Приветик. Мы сейчас с Женей выехали по магазинам, ну и как обычно так, кофеечку выпить. Что мы делаем? То кофе пьем. Как не посмотрят люди, мы только пьем кофе. Сейчас приезжаем с микрорайона, у нас здесь сквер Терешковый реставрируют. Сейчас переверну камеру, покажу. Я даже не знала, если честно, что он здесь находится. Я думала, он чуть-чуть выше. А получается, это вот здесь. Ну, рядом с библиотекой у нас здесь. Ну вот, и мы сейчас едем в центр. Немножечко закупились в Пятерочке. Погода у нас никак, вот, ребята, вообще никак. Прохладно. Все равно, хотя бы чуть-чуть солнышко выглянуло, и хоть что-то. Ну, относительно вчерашнего дня, да, лучше, но все равно холодно. Я мерзну. Ну, вы поняли, я в куртке. Если я в куртке, то все, значит, я совсем мерзну. Ой-ой-ой. Наша аллейка. А здесь сирени нет, наверное, да? Мне прям хочется что-то аромат сирени почувствовать. Около дома. Ну, блин, возле дома это не то. А, вот сирень была. Пойду нюхать сирень. Так что сейчас будем кофеечек пить на аллейке. Не в кафе, а вот именно здесь. Открыто. Ребятки, всем отличное настроение. Сидим с Женей на качелях. А? Чтобы понимать. Солнце в морду. Солнце в лицо. Очень хорошо, кстати. Но лучше, если будет теплее. Да, не будет совсем как-то жарко. А качели, видите, такие видят, круглые, они стягивают друг друга. И мы рядом, чтобы вы понимали, да? Да. Чё, это плохо? Не то слово. Слышишь? За целый день. Чего целый день? За вчерашний день надоело, за целый день. Ещё на работе был целый день. У нас красивый закат. Да? Вообще шикарно. Что-то я это охрипла немножечко. Песни пела, наверное. Поехали. Поехали, спускаемся. С горы ледяной. И какая лужа впереди. Все, закат спрятался. За горкой.